В здании районной администрации прошла 30-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Началась она с вручения благодарственных писем педагогическим работникам. В ходе заседания депутаты рассмотрели 5 вопросов. Основные – о местном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов, и о передаче нежилого здания в станице Ставропольской Северской центральной районной больницы в безвозмездное пользование. Речь идет о новом модульном здании фельдшерско-акушерского пункта площадью более 100 квадратных метров. Проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, районные депутаты поддержали.